Приветствую вас, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Супер. Ну что ж, начинаем наш традиционный вебинар, который я провожу как представитель правления два раза в месяц. И, конечно же, вначале я хотел бы вам поведать, рассказать, а что же происходит непосредственно в SkyVault Community, потому что очень важно понимать процессы, которые происходят у нас внутри, так как именно это даст вам понимание и уверенность в том, что мы делаем, и вы сможете передавать это легко другим партнерам. Я начну с того, что же было темой моего выступления на конференции в Стамбуле. То есть сейчас такие нестандартные достаточно презентации, стратегические презентации, и не столько даже презентации, сколько видение и формулировка программы. Формулировка программы, которую мы как представители правления, я непосредственно как инициатор этих программ, мы инициировали и реализуем. Что сейчас видится как действительно возможность такого квантового скачка и в логике привлечения инвестиций, и в логике нашего общего роста. Мы не будем сейчас останавливаться и говорить пока что, но об этом я чуть попозже скажу, на внутреннем отделе продаж. И я расскажу, как продвигается там дело, потому что все партнеры тоже хорошо было бы, чтобы понимали процесс происходящего, параллельные системы, которые мы отстраиваем. Ну и, конечно, учитывали это. Но это, я могу сказать, абсолютно не конкурирующая система. Это система в логике выиграл-выиграл. Темой моего выступления была программа не просто трансформации сообщества SkyVault Community, о чем я говорил, но конкретная цель до конца года вот этой трансформации. Это создание большой нейронной системы, вообще взаимодействия внутри нашего сообщества. Кажется, возможно, сложным слово, поэтому я расшифрую и разберу по косточкам, по винтикам. Это создание системы чатов взаимодействия автоматизированных, внутри которых будут свои ритуалы, свои комьюнити-менеджеры. И я могу вам сказать, что сейчас вот в ближайшее время с одним из сотрудников уже методолог сообщества у нас появляется, то есть технолог, методолог сообщества. Помните, что у нас есть архитектор сообщества и руководители сопровождения организации мероприятий в новом формате. То есть в новой логике форматов у нас мероприятие прошло не форум. Следующее мероприятие в новой логике, на том уровне, которого у нас никогда фактически не было. И я рекомендую всем, кто желает, кто может это мероприятие обязательно посетить. Это мероприятие в Кыргызстане, на озере Иссык-Куль. Это место силы, и я думаю, что все либо уже видели лендинг, я дам чуть попозже ссылочку на лендинг, либо увидите, посмотрите на своих личных кабинетах. Я думаю, что на этом мероприятии будет определенный ажиотаж, и, конечно же, в первую очередь это жители Кыргызстана, кто посетит это мероприятие. Несмотря на то, что оно выездное и фактически на несколько дней, все равно, я думаю, что там все будет достаточно быстро раскуплено, на мой взгляд, по посещению. Вот, пожалуйста, Asia Team Building, есть лендинг под это мероприятие. Раньше, насколько вы помните, мы не делали какие-то информационные ресурсы. В будущем эти все лендинги также будут с партнерскими ссылками для того, чтобы вам было удобно передавать информацию о том или ином мероприятии. Так вот, было исследовано и
возникло понимание, что лучшие результаты достигаются плечом к плечу с партнерами либо такого же статуса, либо на статус выше. О чем это говорит? Представьте такую ситуацию, и так оно и будет, что человек, который входит партнером, он входит, а, на своем языке, б, в информационное поле своей страны, и с, в определенное пространство, в чат, который относится к его статусу. То есть, если партнеры, это значит партнер, то есть тот, кто инвестировал, естественно. Будет большое пространство в Telegram, это те, кто только присматриваются, с ними тоже будет происходить работа. И не просто в логике, что мы выдаем какую-то информацию, а в логике именно механик, социальных механик взаимодействия с сообществом. И когда человек достигает следующего статуса, соответственно, с инвестором он переходит к статусу маркетинговому, инвест-консультант, он попадает в другое пространство. И это помимо того, что, в принципе, платформа адаптации обучения, она постоянно развивается и продолжит развиваться. Я могу сказать, что в Турции мы записали уже от наших внутренних тренеров 5 модулей обучения. То есть представьте, за 2 дня, насколько производительность, записали 5 модулей. То есть это нетворкинг, я записал на 59 минут, то есть, ну, там просто вот самое мясо, самая суть, моя практика, мой опыт и то, что разбирали сначала с методологами, 59 минут, как непосредственно я общался, знакомился с различными людьми по всему миру, именно что касается нашего проекта. И, собственно, как выстроил большую структуру взаимосвязи. То есть эта структура, она одна из крупных у меня в проекте. И я передал свой опыт. Но самое главное – это то, что распаковываются наши внутренние тренера. Мы, да, всегда рады. И ближайшее то, что появится на платформе, я вам уже просто декларирую, то, что появится вообще, в принципе, о нетворкинге от стороннего тренера. То есть, что касается практики под наш проект, я вам рассказал, но вообще, в принципе, эта тема будет раскрыта. У вас не возникнет никаких вопросов, проблем, как знакомиться с людьми на мероприятиях, как знакомиться с людьми онлайн, офлайн, и как находить эти контакты, как устанавливать, как не стесняться и как продолжать общаться с этими контактами. Очень мощный модуль записала Ольга Вероника Серохвостова. Это наш успешный лидер и действительно партнер, который вдохновляет, уже близится к тысячам других партнеров. Она записала свою практику по системе продаж. То есть, да, у нас есть от Натальи Ивановой, у нас, кстати, будет еще более мощный тренер внешний. И сейчас записывают, ну, я по-другому не могу назвать, это самый сок, это самое мясо, это самая конкретика. Ольга записала, все смогут этим пользоваться. Франтишек Солар записал дубликацию, пока что это на словацком языке, но он, в принципе, и рассчитывал на словацкий и чешский рынок. Также Салима, вы увидите практику, потому что ее жители Кыргызстана называют королевой холодных контактов. И я это сам видел, потому что на мероприятии, которое у нас было вечернее, Салима взяла контакты, телефоны примерно у 10 человек. Вдумайтесь, то, что вы получите, в принципе, ко всем этим ресурсам доступ. И это преимущество быть вообще в сообществе SkyWorld Community в том числе, потому что никто не бросает вас на произвол судьбы, и наоборот, все ведет к тому, чтобы вы достигали максимального результата. Также был записан модуль непосредственно Анны Дорош, то есть это выстраивание личного бренда немножко по социальным сетям. У нас параллельно готовится
в студии записывает тренер, адаптированный под SkyVault Community модуль по работе в Instagram. То есть это рассчитано именно на выстраивание в странах СНГ очень серьезного позиционирования нашего бренда SkyVault Community. Также мы установили договоренности по рилсам, по TikTok тоже. Будут внешние тренера, причем очень все желают с нами работать, потому что видят огромный потенциал как в нашем растущем сообществе, так и вообще в миссии платформы на образовательном пространстве. И я могу говорить еще много модулей, но самое главное, мы перешли к сути по Вьетнаму. Мы начали понимать, что же действительно нужно нашим дорогим вьетнамцам, и мы это предоставим. И мы договоримся, чтобы так же, как Ольга Вероника Серохвостова, лучшие вьетнамцы смогли передать практику, суть развития нашего бизнеса, как и всем партнерам, желающим, мы это переведем на другие языки, так и непосредственно рынку Вьетнама. Это что касается платформы адаптации обучения, немножко отвлекся, но я не могу про это не сказать, потому что проводится огромнейшая работа. Работает фактически 9 методологов. Яна ездит непосредственно на мероприятия для общения с иностранцами, для расщепления вот этих вот навыков. И смысл того, что мы создаем, для того, чтобы мы своими компетенциями максимально помогали партнерам, которые придут позже. Это наша сила. Это наша взаимовыручка. Это как идти на Эверест в одной сцепке. И по-другому мы не можем действовать, потому что именно так будет достигаться наилучший результат. Также мы из пространства отдельных языков, городов, статусов перейдем в дальнейшем к пространству непосредственно не только в странах, но и в городах, в отдельно взятых городах. Мы действительно хотим, чтобы вы смогли общаться, встречаться вживую, и мы научим вас, потому что сейчас готовятся уже к упаковке, к созданию лично архитекторами, с архитектором сообщества и Яной Нагорячковой, это наш методолог по работе с иностранным рынком. Кстати, Яна, не исключая, что скоро, возможно, на французском языке начнет вести некоторые вебинары. И все это создается для того, чтобы вы формировали свои микросообщества. Механики понятны. И самые простейшие из них – это бизнес-завтраки, бизнес-бани там, и так далее. Но тоже нужно понимать, как хороводить людей и как вовлечь их в то, что мы создаем. Не просто в продукт, это самое простое привлечь в продукт Unisky String Technologies. А передать им цели, замыслы и через механику, календарь мероприятий, все это укрупнять, упрочнять и масштабировать быстро. Именно такая вот нейронная сеть взаимодействия внутри, между собой участников сообщества, позволит нам перед тем, как компания сделает очень уверенные, мощные шаги, о которых я сегодня расскажу, свой взгляд, и почему я вот такое большое внимание уделяю развитию SkyVault Community. Для того, чтобы все понимали, что SkyVault Community тоже имеет свои цели, замыслы, и это растущая группа компаний. На прошлом вебинаре я говорил о пиар-департаменте, об ОРМ, CRM, защита репутации. У нас многие процессы сейчас формируются внутри. И на каждом вебинаре я буду на этом останавливаться. Так вот, вот эта вот нейронная сеть коммуникации внутри и втягивание людей извне, которые будут присоединяться, она позволит нам быть синхронными. То есть если нужно сообществу, грубо говоря, поднять руку, взмахнуть ногой, в этой агрессивной ситуации сегодняшнего дня, когда нестабильная геополитика, нестабильная экономика, когда в принципе не знаешь, что ожидать в завтрашнем дне, тогда мы сможем синхронно
действовать через вот эти вот системы пространств коммуникации между статусами, между странами, между городами. И мы сможем реагировать очень быстро. Мы станем еще мощнее, и мы станем еще сильнее. Мы синхронно станем двигаться. Знаете, картинка, когда есть много рыб, и они объединяются в одну большую рыбу, и большая рыба боится и уплывает от них. Вот примерно вот эта вот задача до конца года, максимум это пессимистичный вариант, я ставлю, это первый квартал 2023-го, для того, чтобы подготовиться уже серьезной такой деятельности, когда компания Unisky Steering Technologies будет выходить на коммерческий рынок. Потому что тогда, на мой взгляд, интерес значительно повысится. И вопрос для нас, как для SkyVault Community, а сможем ли мы переварить этот интерес? 2 года назад я бы сказал, что не знаю, мы подумаем, не факт. А сейчас я могу с уверенностью сказать, что мы сможем. И мы все для этого делаем, и мы все для этого готовим. Также хотел бы остановиться немножко на внутреннем отделе продаж. Я в этом активнейшее участие принимаю, и это не какая-то чья-то структура, это внутрикорпоративный отдел продаж. На сегодняшний день он сосредоточен на рынок одной из англоязычных стран, не буду говорить какую, и одной из стран СНГ. Как тест. Работает всего несколько менеджеров, но уже десятки людей верифицированы, зарегистрированы и движутся к верификации, уже очень скоро пойдут инвестиции. Для нас это отработка сценария, для нас это отработка регламентов для того, чтобы масштабироваться. Но уже, например, с Нигерии наши руководители отдела продаж созванивались и обменивались опытом, потому что скрипты, которые пишут наши руководители отдела продаж, они действительно профессиональные. И партнеры говорят, что огромная благодарность, мы таким образом не мыслили. То есть это система взаимовыручки и взаимоподъема. Чем мощнее будет развиваться внутренний отдел продаж, тем более компетентными на практике будут наши партнеры именно в логике сетевого построения корпорации. То есть, ну, я не люблю уже такой термин, как сетевого построения корпорации, финансирования бизнеса Unisky Steering Technologies на основе модели сообщества. Вот это вот будет правильно. То есть я уже могу сказать, что когда-то, да, я произносил такой термин «сетевое построение корпорации». Сейчас я его заменяю таким образом, потому что мы тоже растем и развиваемся, терминологию нужно тоже доносить абсолютно правильно. Я видел этот путь, примерно 4 раза я выстраивал с нуля SkyVault Community процессы по привлечению инвестиций. И я знаю, как это развивается. Уже у внутреннего отдела продаж некоторые партнеры желают развивать свои структуры, и они научатся легко, потому что есть платформа адаптации обучения. Все делается для того, чтобы масштабировать деятельность максимально быстро, максимально автоматически. Сейчас заканчивается первый поток системы наставничества. Возможно, кто-то будет из наставников. Вначале это будут стажеры, потом трекеры, то есть тот, кто отслеживает процесс обучения, потом тьютеры, тот, кто заботится о процессе обучения. У них будут разные ключевые показатели на KPI, разные свои статистики. И далее люди будут расти до наставников и до менторов. Это система наставничества. Помимо того, что есть у человека пригласитель, наставники будут делать все, чтобы человек шел по платформе адаптации обучения и достигал результата. Ну и с учетом расширения модулей, расширения компетенций, которые я вначале вам сообщил и сказал. Обязательно подготовим и сделаем специальную встречу после, я думаю, там 10-20 проведенных успешных инвестиций от нашего
отдела продаж, от руководителей отдела продаж. Все механики вам, как партнерам, будут переданы. Все лучшие скрипты вы получите. Напишите от 1 до 10, как вам вообще процессы, происходящие внутри SkyVault Community. Или напишите, что да, это как бы неинтересно, и это какая-то вообще посторонняя деятельность абсолютно. Давайте про Unity SkyStream Technologies. Мы не можем об этом не говорить, потому что на самом деле наша задача максимально ускориться и максимально соорганизоваться. Потому что как только компания выйдет на коммерческий рынок, у нас не будет времени. Нас просто разорвут интересом. Я не буду говорить там, что будет какой-то ажиотаж. Я этого не знаю. Я могу только предположить. И ранее я думал, что это ну, какие-то гипотезы. Но на самом деле стратегии за стратегией они реализуются, они дают квантовый рост в результате. Сейчас мы собираемся увеличиться ну, минимум в разы для того, чтобы уже, когда компания скажет, что всем спасибо, инвестиции в корневую, в основную технологию не нужны, например, такой настанет момент, чтобы мы были готовы к финансированию новых направлений от Unity SkyStream Technologies, в том числе адресных проектов. Там суммы, я вам могу сказать, абсолютно не меньше. И основной ресурс, основную цепь взаимосвязи, которую мы создали, социальный капитал, мы должны сделать так, чтобы он работал десятилетия на благо всей человеческой цивилизации и финансирования технологий, которые вообще, в принципе, меняют качество жизни человека. Также я вам хотел сказать об определенной стратегии. Вот те, кто вживую смотрит, ну, вы первые из такого большого количества людей, и просто проголосуйте, там плюсики, минусики. Мы собираемся запускать отдел заботы для того, чтобы велось специальное общение, психологическая коммуникация с теми людьми, которые инвестировали, либо еще более серьезный момент, развивали структуру и ну, как-то потерялись либо в информационном пространстве, потому что до пандемии, я помню, как мы быстро росли, развивались, невозможно было даже посмотреть назад. Спасибо, на самом деле, пандемии. То, что она заставила создать новые стратегии, побудить и проанализировать вообще все прошедшее, когда был перерыв в поездках. Сейчас я постепенно подтягиваюсь к такому жесткому очень графику, режиму поездок и запланировано вплоть до декабря. Но я к этому готов, потому что ментально я могу сказать, прокачался, и мы также будем прокачивать ментально наших лучших лидеров, чтобы они не боялись какой-то нагрузки, чтобы они не боялись препятствий, синдрома самозванца и других психологических штучек, которые в голове успешно развивающегося человека всплывают. С мышлением мы тоже будем работать с лучшими из лучших. Так вот, в чем заключается стратегия потенциальная, и мы уже с коллегами обсудили, мы будем это в любом случае внедрять. Специально обученные люди, коммуникаторы, будут связываться с теми, кто подустал, кто, может быть, прекратил развивать проект по каким-либо причинам, и выяснять, а что же остановило. И после этого, когда будет набрана определенная критическая масса, мы будем приглашать на специальное мероприятие. Специально к этому мы подготовим в логике отдела понимания материалы, которые разъясняют, показывают, что за эти 4 года произошло и в развитии Unity SkyStream Technologies, и какой рост, какие видоизменения приобрела компания SkyVault Community. Уже группа компаний, могу сказать. И, конечно же, это будут выверенные материалы со смыслами необходимыми. И программа эта называется «Воскрешение веры», потому что на самом деле в условиях нестабильности, которая сейчас находится в мире, это необходимо.
людям нужно приобрести дополнительную веру в то, что на самом деле они верили. Но да, проект развивается не так быстро, как хотелось бы. И, конечно же, слава богу, что ничего не останавливается в логике таких событий, в логике рецессии там, и так далее. Я уже, в принципе, не анализирую вот эти вот экономические явления. Хотя, если кто-то соскучился по моему анализу, то напишите, например, поставьте восклицательные знаки. Я подготовлю в вебинаре отдельном в первой части и обязательно этот анализ сделаю. Но пока что не до этого, потому что мы как SkyVault Community развиваемся действительно каждый день для того, чтобы выявлять лучших и подсвечивать лучших, оцифровывать опыт лучших и передавать его вам, в том числе России, которая, ну, я могу сказать, так вот буксует по инвестициям. Ну, понятно же, почему буксует, потому что репутация подмочена нашим недоброжелателям. Проще всего на российском пространстве это было сделать. И все это мы будем исправлять. Напишите, к примеру, «Я готов». Тот, кто на русском пространстве, вот при всем обилии инструментов, которые я сказал, желает возобновить свою работу с очень мощной уже силой и с нашей поддержкой, с нашими обучениями. Лучшие из лучших будут обучаться бесплатно. То есть, если вы, например, пройдете проверку, что вы нормальный потенциальный спикер, который имеет начальные способности, то компания будет вас абсолютно бесплатно обучать и проталкивать вверх буквально на практике. Невозможно будет не достичь результата. Вот таким вот образом, дорогие друзья, развивается SkyVault Community. Я на каждом вебинаре буду останавливаться. Напишите ваши эмоции, как вам вообще эта активность. Очень много всего происходит, я буду постепенно раскрывать. И самое главное, вы видите это уже и в социальных сетях у нас, в принципе, стиль общения изменился абсолютно. И про приемные я говорил. То есть, если вы чем-то недовольны, вот мне как представитель управления хотелось бы знать все недовольство, вообще, которое имеется, в первую очередь, наверное, недовольство, чем пожелание, для того, чтобы мы смогли это исправить. Будут работать в приемных специальные администраторы и с пиар-отделом, с пиар-отделом мы это все будем решать. Вот, Николай, конкретный пример, то, что вы написали, я это, соответственно, сделаю скриншот, потому что я считаю это ненормальным, как-то не отвечать и не коммуницировать. Каждый сможет достучаться. Администраторы, они работают в административном седьмом отделе, именно без какой-то эмоции, беспринципно они будут передавать данную информацию в необходимые отделы. И все будет на виду абсолютно прозрачно. Если кто-то работает неэффективно, значит, будут определенные происходить беседы, если потребуется это изменение. То есть вот программа приемных – это тоже необходимый шаг для того, чтобы максимально быстро реагировать на какие-то изменения в настроении сообщества. Не то, что мы градус настроения хотим держать, мы действительно хотим, чтобы вам было максимально комфортно, чтобы все, чего вам не доставало, например, материалы по пониманию нужны какие-то дополнительные, чтобы мы это слышали, и только от вас мы можем это получить. Отдел продаж, который сейчас начинает свою работу, он по сравнению с вами, дорогие партнеры, имеет минимальный опыт касаемо продукта, который мы продвигаем. Кто-то продвигает 5 лет, кто-то продвигает 6 лет. И это только синергия и только взаимоопыление опытом позволит достичь еще более лучший результат. Почему мы так активно готовимся?
Да потому что нет никаких возможностей и желания останавливаться перед тем, что мы сейчас финансируем, развиваем. И ситуация в мире на самом деле, она говорит в положительную сторону новых тенденций транспорта над землей. И недавно вышло позиционирование Unisky String Technologies. Если вам необходимо, например, это все разъяснить с моей точки зрения по позиционированию, напишите позиционирование. Я тоже на одном из вебинаров остановлюсь и разъясню. У меня есть уже в планах. Тоже вот сейчас просто по информации не успеваю это сделать. Обязательно вам разъяснить выступление Анатолия Эдуардовича, интервью, потому что ну, кто-то недопонимает, кто-то понял по-своему. То есть сказать свой взгляд, как обычно я их транслировал. Ну, я могу вам сказать, времени сейчас, несмотря на то, что на оргструктуру мы перестроились, становится все равно меньше. Но эффективность растет в разы. И очень серьезная эффективность. В принципе, о компании я вам могу сказать. Вот эту часть я говорить даже с вашего позволения не буду. Потому что позиционирование все написано, компания признана научной организацией и сейчас полностью необходимые все инстанции были пройдены в Республике Беларусь и в Национальной академии наук Беларуси, в Государственном комитете по науке и технологии Республики Беларусь. Unisky String Technologies признаны и построено уже более 5 трасс на Мариной горке. Первая трасса построена в Шарже, еще готовятся 2 к строительству, такие вот судьбоносные очень трассы на 2,4 километра. Вторая и четвертая в Шарже и еще несколько готовятся на Мариной горке. На Мариной горке даже не афишируется, потому что все прекрасно понимают, это испытательный центр. И там, в принципе, важно, что получается на выходе вообще в Республике Беларусь. То есть, что трасса на чистовую идет уже в Шаржу. То есть, это вторая, четвертая линия, это чистовики. Черновики все отработки технологии, они происходят на Мариной горке. И вот эта система, я могу вам сказать, вот в венчурной индустрии, она очень важна. Потому что я читаю все комментарии в социальных сетях, и кто-то говорит, что ну вот почему до сих пор струны не натянули на второй, четвертой трассе. Да потому что права на ошибку нет. И если что-то пока что не устраивает, то компания не будет этого делать, потому что поедут шейхи, поедет уже большое количество людей. То есть, чтобы провести сертификацию 25-местного подвижного состава, соответственно, естественно, 25 человек должны забраться на борт. Также нужно систему безопасности всю проверить, систему эвакуации. Вообще ли будет какое-то столпотворение, многое нужно будет проверить, и компания уже конкретно заявляет в средствах массовой информации, одной из которых мы осветим сегодня, она общается и с потенциальными заказчиками, и с потенциальными инвесторами, партнерами через средства массовой информации. Это действительно официальные источники. Поэтому что сейчас вот в стадии ожидания и никак это не ускорить, это подключение коммуникации электричества к трассе 2 и 4, строительство мы сегодня посмотрим, чуть поближе дойдем до слайдов, и процесс идет абсолютно планомерно. До конца осени должно быть закончено строительство. В декабре, в январе уже должны начаться ходовые испытания. Я могу вам сказать, что на самом деле этого ждем не только мы. Этого ждут масса, на мой взгляд, заказчиков. Потому что делегации не прекращаются.
Предпроектные исследования в позиционировании, вы можете тоже это просмотреть и увидеть, что 9-12 месяцев идет непосредственно, 1-1,5 года идут проектно-изыскательные работы. Я хотел разбить более по шагам, но давайте именно в логике как позиционирование. Строительная работа 1,5-2,5 года. Но проектирование и строительство может идти параллельно. То есть то, о чем говорил Анатолий Эдуардович в своих интервью, что 4 проекта подписаны, вот считайте, с этого момента 1,5-2 года можно отмечать, это проектно-изыскательные работы. И они включают в себя ряд этапов. По этапам я говорить не буду. Я думаю, что Влад Волков, как новоиспеченный уже руководитель отдела подготовки адресных проектов от SkyVault Community в Unisky Stream Technologies, он будет это все разъяснять. Более того, на платформе адаптации обучения тоже будет готов специальный модуль, чтобы вы по шагам ни влево, ни вправо, не отклоняясь от сути, от смыслов вообще подачи информации по адресным проектам. То есть, что нужно конкретно, что нужно делать, что вы можете делать, что не можете делать, что обязательно нужно с Unisky Stream Technologies и с Владом в первую очередь все это согласовывать. Все это будет на специальном модуле касаемо подготовки к передаче потенциального контакта по адресному проекту. Вот более подробная карта, пожалуйста. Технико-экономическое обоснование 6 месяцев, ТО, проектные работы 12-18 месяцев, строительная работа, поставка оборудования подвижного состава 12-18 месяцев, пусконаладочные работы 3-6 месяцев. Даже исходя из этих сроков, в шарже все идет по плану абсолютно. Делегации не прекращаются. Я не буду говорить уже за прошлые делегации, чтобы мне не говорили, что Алексей, вы говорите одну и ту же информацию. Вот просто я пролистываю слайды, чтобы было понимание, что перед этим делегации были, будут, и в будущем их будет еще много, потому что компании и крупные заказчики просыпаются, видят, и как же они все проснутся, когда будет уже продемонстрирована скорость 150 км в час и тяжелые контейнерные перевозки, и тяжелые пассажирские перевозки. Я остановлюсь вот на интересной новости. Ранее я говорил, что струнный транспорт заинтересовал представителя Министерства туризма Индии, то есть представитель Министерства туризма Индии приехал и непосредственно пообщался по Гоа, и потом уже приехала целая делегация, то есть близкие к правительству Индии, в том числе учредители и руководители крупных индийских компаний. Посмотрите, как планомерно происходит делегация. То есть, по моим предположениям, представитель министерства приехал в рабочую поездку на разведку. Он был полностью удовлетворен, и поэтому более серьезная делегация уже по конкретным обсуждениям поехала. Но скажите мне, разве просто так кто-то будет приезжать, тем более из одной и той же страны, тем более с таким коротким промежутком времени? Я более чем уверен, что нет. И вспомните, как Анатолия Эдуардовича, в принципе, воспринимали в Индии. Есть видео, его можно найти в сети, как Анатолия Эдуардовича встречали в Индии. То есть его встречали как героя своего времени. Огромные толпы людей встречали Анатолия Эдуардовича как человека, который изменит положение в их стране в плане транспорта, инфраструктуры, а может быть, экономического развития. Поэтому Анатолий Эдуардович лично проводит для делегатов подобного рода экскурсию по центру испытаний. И, естественно, визит представитель Индии в центр испытаний струнных технологий в Шарже завершился уже непосредственно общением по налаживанию плодотворных отношений.
не будет сказано в пресс-релизах подобных, что заключено соглашение по поводу адресного проекта. Даже если он заключен, не будет это сказано, потому что это угроза репутации. Мы раз встречали то, что за буквально ночь была подготовлена очень мощная статья с переводом на хинди, и она лежала, это уже было долгие годы назад, то есть когда у нас была выставка в Индии. Кто самый быстрый, ответьте, пожалуйста, в чате, потому что у меня, естественно, информация подстирается. То есть я лучше в новостях посмотрю, потому что информации держу и так сейчас в голове очень много. И, соответственно, информационная атака при уже на тот момент планируемых утром переговоров, потому что желтая пресса лежала на столе у министра транспорта Индии. На тот момент прошло время, и теряет ли интерес Индия к развитию струнного транспорта? Нет. И никто просто так в логике такой крупной делегации не стал бы приезжать. Это очевидно максимально. Я думаю, что здесь в кулуарах обсуждалось много очень интересного, о чем мы можем даже и не догадываться, и не предполагать. Готовятся также следующие выставки, и уже не Магомед идет к горе, а гора идет к Магомеду. И центр испытаний Шарже посетили Савмия Елапа, Оливер Булл. То есть это менеджеры выставки Mobility Life Middle East. Это уже план на 15-16 мая в 2023. Ох, какое же развитие будет на эти даты. Уже вовсю будет, я думаю, что не буду бросаться словами, но с учетом того, что было сделано по трассе на 800 метров по сертификату соответствия качества там и так далее, по срокам предположите, что будет сделано уже в мае. И с каким фурором потенциально может пройти эта выставка? Естественно, эта выставка будет, скорее всего, с минимальным стендом, потому что задача всех привести в Шаржу заинтересованных лиц и уже общаться кулуарно, по конкретике, по обсуждению конкретных коммерческих проектов. То есть не Unisky Stream Technologies сейчас обращается к выставкам, выставки сами приезжают, потому что заинтересованы наверняка в участии Unisky Stream Technologies. Сами, своим желанием и свое время они тратят. Не Unisky Stream Technologies тратит свое время для коммуникации, а конкретно приезжают представители выставок и уже с нетерпением ожидают, говорят то, что в принципе они были рады увидеть будущее мобильности, транспорта и инфраструктуры. Я не исключаю абсолютно, что еще представители выставок могут приехать, но не было еще такого, что представители достаточно крупных выставок приезжали. Напишите от 1 до 10, как вам эта новость. Меня она, ну, действительно поразила. То есть это несколько уже другой порядок событий, чем происходил ранее. Задавали информацию по Инотранс, у меня сведений нет. Как только получим информацию от Unisky Stream Technologies, то обязательно вам сообщим, когда нам сообщат. Потому что, несмотря на то, что идет взаимопомощь и разъяснение всех вопросов, но те вопросы, которые Unisky Stream Technologies желает и считает нужным сообщать, мы впитываем. И лишних вопросов тут задавать, в принципе-то, и не стоит. Давайте посмотрим, как идет строительство трассы. То есть вот так сейчас, в принципе, выглядит контейнерный терминал. И это фактически не отличается от визуализации, которая была представлена в компьютерной графике. Здесь уже не будет на самом деле диспетчерской. И для меня это тоже важно и очень интересно, потому что из одной диспетчерской будет фактически вот на территории
научного инновационного центра Юскай в Шарже будет реализовываться транспортно-инфраструктурный комплекс внутри, потому что все трассы будут, на мой взгляд, функционировать, как я понял, с помощью одной диспетчерской, хотя они все располагаются в другом месте. Это является моделью, как действительно там десятки, сотни проектов с помощью маршрутных заданий диспетчерских будут функционировать одновременно. И сейчас контейнерный терминал, фактически все основные этапы строительства, они завершены. И что-то не штукатурится, потому что есть понимание, что работы финальные, они будут происходить только после установки непосредственно путевой структуры. Все соблюдено в логике экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных требований. Все материалы сертифицированы в Арабских Эмиратах. И контейнерное депо непосредственно предназначено для того, чтобы продемонстрировать, что грузовой транспорт может остановиться и также отправиться на ремонт. Потому что, естественно, момент эксплуатации также очень важен. Посмотрите на эту картинку. Две трассы, вторая и четвертая, рядом. Две братские трассы, которые будут дополнять друг друга и закрывать те задачи, которые ставили заказчики перед Unisky String Technologies. Потому что эти трассы на 2,4 километра делаются под конкретные требования по коммерческим проектам. Это не какое-то визионерство, предположение, это конкретные расчеты, это конкретные исследования рынка, это конкретное проектирование под конкретные требования заказчика. Также продолжает строиться другая анкерная опора, денно и ночно строится, и вы видите, вдали виднеются опоры логики Санта-Барбара. На одной из трасс начато натяжение и закончено по путевой структуре, но непосредственно все подведение коммуникации будет происходить осенью. Почему? Потому что есть определенные требования, определенные стандарты. Ну, я имею в виду, по путевой структуре произошла размотка на проволоке, и далее процесс весь будет также происходить по планам. Так выглядит непосредственно следующая трасса, и все движется абсолютно планомерно. Помимо того, что мы с вами слышали, напишите, пожалуйста, вот по Шарже вообще, какие, может быть, вопросы, какие недовольства, либо наоборот восторг, что все развивается. Обязательно комментируйте в чате и в комментариях, когда вы будете смотреть YouTube записи, потому что, ну, конечно же, это важно пропитываться взаимоэмоциями сообщества SkyVault Community. По проектам из открытой информации. Ранее было предложено конкретное решение для Руанды, и сейчас мы, помимо того, что также потенциал огромный применения технологии Unisky String Technologies лично Анатолием Эдуардовичем обсуждался в Абу-Даби. Это тоже мы уже проехали на прошлом вебинаре, я не буду освещать, хотя это очень и гиперважно. Я хотел бы остановиться на логике, как доносит информацию Unisky String Technologies нам с вами. Из СМИ, мировых СМИ, потому что The National рассказал о контейнерных перевозках и потенциальных проектах Unisky String Technologies. Что же там конкретно было освещено? То есть буквально вкратце, это когда будет запущен Unicont, было четко, черным по белому сказано, что начать испытание контейнеровоза в Шарже планируют в декабре 2022 года или январе 2023 года. То есть с запасом компания берет, потому что это официальные СМИ, и, естественно, эту информацию можно потом поднять и спросить, если потребуется.
Длина трассы в 2,4 км позволит разогнать машину до 120 км в час. Здесь имейте в виду, не до 150 км в час, а до 120. Не нужно искажать информацию, не нужно приукрашивать. Более того, в приемной обязательно у нас появится специальный раздел, когда можно будет скрины, недостоверную информацию сбрасывать по тем постам в социальных сетях, которые, ну, дезинформируют и говорят ложную информацию. Потому что на самом деле это самый большой риск, это неоправданно завышенные обещания. И мы не хотим так делать, мы хотим предоставлять только достоверную информацию. Где могут построить трассы? Вот это вот очень интересная информация. И здесь я могу сказать, что, ну, точнее, некуда. То есть один из возможных проектов – двухпутный грузовой маршрут из порта на острове Тинкан в Нигерии до города Лагос. Были ли обсуждения ранее по поводу, были ли конференции от SkyWorld Community, ездили ли делегации Unit SkyStream Technologies в Нигерию? Ответ очевиден. То есть процесс происходит взаимоопыляемо. Для этого и делается, собственно, отдел подготовки адресных проектов уже в более упрощенном, мощном виде. 20-километровая трасса будет стоить около 280 миллионов долларов. Даже цена освещена. Еще один маршрут может соединить порт Джебель-Али в Арабских Эмиратах с международным аэропортом Аль-Мактум. Линия длиной 18,5 километров позволит доставлять контейнеры за 15 минут. Дорогие друзья, это не мои слова. Это не какая-то утечка информации. Это информация, которая выверена, дается представителями Unit SkyStream Technologies в уважаемом международном издании СМИ. The National. И я могу сказать, что это замечательный способ общения, который, спасибо маркетологам, спасибо специалистам по защите репутации, который может вообще вот просто стереть возможные инсинуации и истолкования ложными сведениями конкретных фактов. Вот конкретные факты. Вы спрашивали о потенциальных проектах. Скажите хотя бы примерные страны. Вот, пожалуйста, в издании The National, не Анатолий Эдуардович в своем интервью, в The National, которые будут видеть заказчики, которые будут видеть потенциальные партнеры, потенциальные новые поступления интересующихся крупных инвесторов. И непосредственно Анатолий Эдуардович находился долгое время, возможно, находится, я не в курсе, в Арабских Эмиратах. И почему? Потому что очень серьезный процесс по подготовке уже установки струнных рельс на трассу номер 4. По полной безопасности здесь генеральный конструктор всегда должен быть на месте, потому что иначе может быть допущена ошибка, и при таких тонких моментах, когда планируется уже запуск, то здесь цена ошибки, она очень высока. Поэтому лично Анатолий Эдуардович все инспектирует и перепроверяет, оптимизирует решение, если это требуется, и даже иногда, я думаю, что перечеркивает то, что уже было создано, потому что нужно создать и можно создать намного лучше, намного перспективнее. В чем логика? Потому что позиционирование, мы говорим, что конкурентов нет, в транспорте над землей, именно в конкретном применении технологий, да, либо конкуренты весьма минимальные, либо их нет. Но все-таки в применении транспорта, в логике монорельса, в логике поезда на магнитной подушке, в логике фуникулеров имеются конкуренты, и здесь нужно опережать всегда по решениям не только в цене, но и по эргономичности, удобству перевозок, комфорту перевозок, эксплуатации, технико-экономических показателях, естественно, соответствии всех требований безопасности и, конечно же, закладывать ряд ноу-хау, которые конкуренты еще долгое время не смогут разгадать. Когда разгадают, уже будет поздно.
Мы напоминаем, что 22 июля состав представителей правления SkyWorld Community был представлен в новом своем значении и в новом количестве людей. Была проведена встреча с Надеждой Геннадьевной Косаревой. Тогда я говорил, что будут изменения. Вот, пожалуйста, изменения конкретные. Я вам рекомендую, Влад Волков, записать почту, но не по всем вопросам. По всем вопросам можете выбрать потом раздел «Приемный», непосредственно по адресным проектам. Задача Влада будет отсев тех проектов, которые не имеют смысла, либо тех проектов, которые не имеют возможности профинансировать feasibility stage, предпроектное и проектное исследование. И те проекты, которые, наоборот, имеют смысл до упаковки, до создания дополнительных каких-то описаний, уточнения условий для передачи непосредственно в Unisky String Technologies. Так что будут созданы или уже созданы специальные формы, и Влад Волков будет коммуницировать сейчас пока что сам, потом команда будет подготовки, отдела подготовки адресных проектов расти, развиваться. И все вопросы по адресным проектам, все письма, они не останутся неотвеченными, потому что Влад достаточно ответственный член команды среди партнеров SkyWorld Community и доказал результатом в продвижении в этом направлении. Мы, как представители правления, выбрали его для того, чтобы он выполнял эту функцию. Напишите, пожалуйста, готов ли SkyWorld Community, пришло ли время для того, чтобы готовить адресные проекты, лиды адресных проектов, контакты потенциальных заказов, заказчиков для передачи в Unisky String Technologies. Я считаю, что абсолютно. И в завершении я хотел бы вам напомнить, что сейчас идет непосредственно уже следующий тур. Победители поедут в Доминикану. И это не просто какие-то поездки. Вот, пожалуйста, просили статью за National, я сбрасываю. Это лучшие из лучших, которые действительно попотели, поработали, победили, и компания на выгодных условиях отправляет их в поездку. Для меня эта поездка была очень полезной, так как я пообщался с представителями из Голландии, из Кыргызстана, с Латинской Америки, с Испании, из многих других стран вживую, и родились определенные концепции, в том числе концепция воскрешения веры, потому что ряд наших партнеров попросили вообще, а можно ли получить контакты тех людей, которые когда-то инвестировали, которые когда-то участвовали. Я спросил, зачем? Для того, чтобы обзвонить и побудить их вернуться. Да, действительно, время сейчас диктует свои условия, и многие вернутся, но согласитесь, что нет, наверное, такого человека, который инвестировал в проект и не будет за ним вообще наблюдать. Потому что это уже, ну, мы связаны одной цепью, связаны одной идеологией, связаны одной струной, я не побоюсь этого слова. И кто-то выбывает на определенном периоде, кто-то подустает, но мы желаем, чтобы люди получали всю информацию, при необходимости возвращались. В конце вебинара я вам поставлю промо-ролик, можно посмотреть на наших каналах YouTube более расширенную версию. Для меня это было такое очень мощное мероприятие, мы обсудили многое с партнерами, будем внедрять улучшения и обсудили с Кыргызстаном готовящуюся конференцию на Иссык-Куле. Есть очень мощный план, чтобы наши дорогие жители Кыргызстана, партнеры SkyWorld Community из Кыргызстана еще быстрее закрыли цель, только 350 мест, дорогие друзья, 350 мест на вот это вот мощнейшее событие, которое было показано в лендинге выше. Ну, это действительно, такого уровня у нас не было никогда.
Я не буду повторяться, и сейчас действует уже следующий этап промоушена. Join пакет действует. Очень интересные условия, когда вы приглашаете дополнительных партнеров, один или два, у вас меняется дисконт. И наблюдайте за вашими личными кабинетами, потому что время от времени будут всплывать и снова возобновляться условия, как, например, ранее было возобновлено Face of Future. И это тоже запланированные активности в логике того запаса по дисконтам, по долям, которые мы имеем. Внутри SkyWorld Community происходит расчет каждой маркетинговой акции для того, чтобы понимать, какой результат на выходе мы можем получить. Вот такие новости сегодня, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, если есть у вас вопросы, и мы будем завершать. Я до сих пор абсолютно уверен, что, скорее всего, мало очень таких отраслей, мало таких направлений, как рынок транспорта над землей, и мало кто опережает многих уже сейчас, как Unisky String Technologies, в этой большой, серьезной гонке, которую даже некоторые комментаторы в социальных сетях называют новой золотой жилой мировой экономики. Я, пожалуй, даже в каких-то смыслах соглашусь с этим утверждением. Благодарю за автора этой концепции. Коллеги, вопросы? По обратному выкупу есть какая-то информация, сколько будут обменивать, по какому курсу? Николай, к сожалению, пока что вот у нас, как представители правления, информации нет. Как только, так сразу. Но максимально пушим Unisky String Technologies и держим все на пульсе. Кто входит в обучение уже в статусе лидера, ему будут доступны предыдущие ступени обучения? Да, конечно. И сейчас мы в поиске, мы очень быстро расширяемся по платформе адаптации обучения. Скоро поступит на работу, как только мы выберем кандидатуру и утвердим, я непосредственно утвержу. Это уже менеджер по продукту платформы адаптации обучения, потому что это такой большой, мощный продукт. Мы его делаем, конечно же, для внутреннего пользования, для повышения компетенции. Это не какой-то там юридический обход, что мы пакеты образовательные будем делать. Нет, мы не будем делать никакие образовательные пакеты отдельно. Это для того, чтобы мы достигали наилучший результат. Пока это доступно всем. Но как только пул курсов будет больше, мы сделаем систему подписки некоторую. Будет ли перевод записи практики Франтишика Солара? Да, будет, либо кто-то из тренеров адаптирует на русском и других языках, либо мы сделаем субтитры, либо озвучку. Шапира Валентина, благодарю за создание сообщества. Обязательно я попрошу, чтобы мое выступление было выложено тоже в социальных сетях. Я не хочу тратить ваше драгоценное время. Ну, потому что я вещал фактически там более 40 минут с переводом как раз над смыслом темой создания нейронной сети коммуникации сообщества. Но я вам могу сказать, что сообщество у нас одно из самых мощных будет, так как мы уже представляем интерес, потенциал для многих партнеров по образованию, по различным совершенно компетенциям, с которыми сотрудничаем. Так, я посмотрю вопросы еще. YouTube. Так. Дорогие друзья, если кто-то YouTube смотрел, у меня почему-то не видны комментарии. Скажите, пожалуйста, были ли там вопросы? Не вижу вопросов. Ну что ж, тогда прощаемся также на 2 недели, и я с радостью с вами поделюсь уже новым взглядом, новыми моментами развития внутри SkyWorld Community, конечно, Unisky String Technologies,
Но, повторюсь, не ускорить этого процесса, вот как бы мы с вами не хотели, все, что бы мы сейчас не сделали, не ускорить этого процесса по подключению коммуникации, по установке путевой структуры. Планы озвучены. То есть запуск ходовых испытаний это декабрь, либо декабрь 22-го, либо январь 23-го. Чему я могу вам сказать рад, потому что это значительно ускорит. И мы, как SkyVault Community, будем к этому готовы. Все для этого делаем. Всем счастливо. С вами Алексей Суходоев, представитель правления SkyVault Community, руководитель отделения распространения и идейный вдохновитель, создатель многих программ по развитию стратегии роста SkyVault Community. Всем счастливо. До скорых встреч. Buongiorno. Assalamu alaikum. Это музей транспорта и технологий. Здесь 20 тысяч квадратных метров. Но мы знаем, что та технология, которую мы развиваем, она может вот на порядок выше стоять любой из представленных здесь экспозиций. Почему я не сказал на радость?
Золотой тур – это не просто активность, это объединение, это общение, это обмен опытом. И я могу вас уверить, потому что я сам это прочувствовал в течение этих действительно незабываемых дней, что здесь вы обретете не только новое окружение и эмоции, но еще больше прокачаете ваши компетенции, чтобы достигать еще более крутых результатов. Всех приглашаем на следующие туры в SkyWorld Community. Мы ждем тебя!